Здесь безопасно. У меня агорафобия. Я не могу выйти из дома. Я скатываюсь в какую-то ужасную черную депрессию. Что нового за окном? Вы подружились с вашей соседкой? Ее зовут Джейн Рассел. А вам не хочется выходить? Спасибо, можно? У меня есть психиатр. Ладно. Мою соседку Джейн ударили ножом. Детектив Литтл, полиция Нью-Йорка. Где Джейн? Мистер Рассел считает, что вы ошиблись. Вы не знакомы с моей женой. Мэм, вы в порядке? Я знаю, Джейн. Джейн была в моем доме. Я Джейн Рассел. Я не сумасшедшая. Я видела это. Они все что-то скрывают. Вы никогда не видели мою мать! Хватит следить за нами. Доктор сказал, от ваших лекарств бывают галлюцинации. У меня нет галлюцинаций. Кажется, в моем доме кто-то есть. Не надо заглядывать в чужие окна. Там можно увидеть что-то страшное.